Как избежать потопления улицы Северной во время сильных осадков осенью, говорили на заседании КЧС. Глава города Сергей Сергеев поручил организовать расчистку ливневых коллекторов и приемных колодцев. На этой неделе к работе приступили две бригады. В данный момент специализированным предприятием «Гидродинамика» проводятся работы по прочистке ливневых стоков по улице Северной. Работа выполняется в соответствии с муниципальным контрактом. Сроки работ, значит, у нас определены, это второе полугодие 2014 года. У нас, значит, определено, согласно техническому заданию, это выполнение работ по прочистке коллекторов по улице Северной. Вторая бригада предприятия «Гидродинамика» расчищает ливневки на улице Мелькова, поднимают решетки, чистят канализационные колодцы. Будут работы, значит, проводиться на улице Красно-Зеленых в районе Центрального рынка. Прочистка будет ливневого приемника для того, чтобы территория по улице Красно-Зеленых, Горького в районе Центрального рынка не подтапливалась. Предприятие «Гидродинамика» будет контролировать ситуацию на улице Северной постоянно. После всех очистных работ подрядчики гарантируют полный порядок, без специфического запаха из канализации и угрозы подтопления домов по улице Северной. И первая проверка уже выполненных работ случилась в эти сутки. За несколько часов в городе выпала месячная норма осадков. Вода была, были и лужи, но высохли одинаково быстро на тротуарах и во дворах. Пока по расчистке канализационных колодцев на улице Северная выполнена часть работ, и проблема решена частично, но планы по ликвидации угрозы подтоплений детально разработаны. В ближайшее время многолетняя проблема будет полностью решена. Многие напчане уже отметили положительный результат. Во время дождя и сильного ветра не было аварийного отключения света.